Вчера поздно вечером в городе Москва произошла трагедия. В результате несчастного случая ушел из жизни заслуженный артист России, легендарный российский актер и певец. Он приехал в Москву навестить дочку с мужем. Его родные жили в большой двухэтажной квартире и устроили ужин на веранде. На съемках видеокамеры видно, что зять актера показывает ему новое покрытие балкона. Легендарный актер нагибается, чтобы пощупать его, и теряет равновесие. Полиция убеждена, что трагедия произошла из-за отсутствия страхующих поясов на веранде. Шестой этаж элитной 20-этажки не оставлял никаких шансов. По горькой иронии судьбы, заслуженный артист России должен был сегодня идти на прием к Владимиру Путину для получения правительственной награды. В эту смерть не могут поверить его коллеги, ведь актер, снимаясь в фильмах, выполнял сложные трюки на большой высоте, без всякой страховки. Скорбит Россия, рыдают женщины. Ушел из жизни один из самых красивых и мужественных актеров. Безусловно, в него были влюблены все женщины среднего и старшего возраста. Скончался гений кино и звезда фильмов Ярослав Мудрый, «Колесо истории», «Возвращение Баттерфляй», «Тачанка с юга», «Школа», «Жду и надеюсь», «Долгие недели, короткие недели». Звезда киевской киностудии имени Довженко, советский и украинский актер, 78-летний Анатолий Соколовский.